Австралийская газета North Eastern Advertiser издается в городе Скоттсдейл, штата Тасмания, уже 114 лет. Ее хотели закрыть навсегда, но Рэйчел Уильямс, узнав об этом, решила купить издание. В этом помещении много истории. Рэйчел Уильямс раньше работала журналистом и телеведущей. На новой работе ей сразу пришлось столкнуться с трудностями, много поездок и продолжительный рабочий день. Сейчас я чувствую себя как жонглер в цирке, но надеюсь, что в будущем все встанет на свои места. Рэйчел стала новым владельцем и редактором газеты несколько недель назад. Я знала, насколько важно это издание для людей. Не могла допустить, чтобы оно закрылось, поэтому купила. Издание продают в газетных киосках и супермаркетах, часть доставляют по адресам. Это небольшая газета. В ней информация о жизни в городе, о событиях, которые не попадают в большие газеты и не становятся главными новостями. В таких региональных городах, как Скоттсдейл, местная газета важна для жителей. Это здорово. Все ее читают и с нетерпением ждут. Газета North Eastern Advertiser выходит с 1909 года. Еженедельный тираж – 2500 экземпляров.